Видите, мы даже губы искусаны после подземелья. Израненные. Знаете, что проблемы с кожей? Это вот хуйня вся. Это тоже неприятие себя. Это неприятие себя. Не любовь к себе. Принимай себя. Принимай себя. Кстати, да, как только я опускалась в подземелье, вот это вот усилилось. Я поняла, что там происходило. Я смотрела на все то, что есть во мне, что мне мешает жить. Я посмотрела это воочию, так скажем. Не по догадкам, так скажем. Вот это, наверное, вот это. Вот эта проблема, наверное, вот это. Я именно спустилась и посмотрела. Это, знаете, может быть, я в свое бессознательное спустилась, посмотрела, что там творится. Я, кажется, поняла, что я сделала. Вот как обычно. Я посмотрела, куда ведет та или иная мысль, если она будет развиваться. То есть поставить мысль в лабиринт, в начало лабиринта. Что посмотреть? И посмотрела, как там первый уровень, второй уровень, третий уровень, как все выливается. Это, знаете, такие опыты в реальности, но, так скажем, выход из этой реальности до того, как начнутся необратимые процессы. Необратимых процессов фиг его знает, если они вообще. Ну, то есть, знаете, это как такие модельки домиков. То есть я так на домиках построила, посмотрела, пошагала там. И увидела, что тут хуйня какая-то. Что так не надо. Я просто очень чувствительна к малейшим изменениям. Поэтому мне стоит один шажочек сделать туда, в эту сторону, посмотреть, так, что тут изменилось. И вот этот изменившийся мир на один шажочек, на один круг, мне уже достаточно для того, чтобы понять, куда это все движется и куда это все приведет. Вот и все. Я гениальна.